Одним из приоритетных направлений работы Альметьевского лесхоза остается охрана лесов от пожаров и защита леса от вредителей. Не менее важно и восполнение ресурса. Лесовосстановительные работы в прошедшем году выполнены на площади 122 гектара. В их числе 87 гектаров искусственного лесовосстановления. Об этом сообщил руководитель Альметьевского лесничества Флюн Галимов. В соответствии с федеральным проектом сохранения лесов, национальным проектом экологии Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан разработан региональный проект сохранения лесов Республики Татарстан, где предусмотрено обеспечение в Республике Татарстан баланса выжития и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Установленный размер ежегодной расчетной лесосеки или по-другому разрешенной к вырубке древесины по лесничеству составляет более 45 тысяч кубометров. За 2018 год заготовлено 13 700 кубометров. Освоение расчетной лесосеки составило 30%. 26% расчетной лесосеки, то есть 12 тысяч кубометров, передано в аренду. Фактически за 2018 год арендаторам заготовлено 4 626 кубометров древесины. Для субъектов мало и среднее предпринимательство направлено первичный материал на аукцион в объеме 13 800 кубометров. По результатам аукциона передано лесных насаждений объем 34 300 кубометров, что составляет 31%. С 1 января 2019 года в силу вступил федеральный закон, разрешающий собирать в лесу валежник. Заготовка должна осуществляться без проведения рубки леса, исключительно с применением ручных инструментов. В планах у лесничества на этот год улучшение воспроизводства лесов, улучшение противопожарной ситуации, повышение доходности лесов путем увеличения платы за их использование. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.